Виновников торжества встречали как кинозвезд на красной ковровой дорожке. На торжественный прием главе Одинцовского района пригласили не только золотых медалистов и директоров школ, но и родителей. Они с гордостью провожали своих детей во взрослую жизнь. Впечатление прекрасное. Действительно, много молодежи, счастливых лиц. Вот, перед детьми наши открываются широкие просторы. Вот, они с отличием закончили школу. Вот, теперь им предстоит поступить в высшее учебное заведение. Я не побоюсь этого слова сказать, служить нашей дорогой России, нашей отчизне. Я думаю, что они оправдают доверие родителей. В фойе выпускники и педагоги завязывали ленточку на дерево желаний. На интерактивных площадках и арт-объектах фотографировались на память. Задача выпускников – сделать фото в каждой зоне и выложить его в Инстаграм. Тех, кто больше всех набрал лайков, объявили королем и королевой выпускного бала. Ими стали Анна Бурсукова из Кубинской первой школы и Константин Веденин из Одинцовской лингвистической гимназии. Счастья, здоровья, что поступили кто куда хочет. Да. В личной жизни успехов обязательно. В первую очередь поступить в университет, вот, и хорошо сдать свои экзамены. Я пожелаю, чтобы они твердым шагом шли по жизни и всегда все желания сбывались. Конечно, желаю всем поступить и стать теми, кем бы они хотели стать. С блестящим окончанием школы выпускников поздравили почетные гости. По традиции глава района наградил лучших из лучших знаками особого отличия. Окончание школы – это знаковый рубеж, который вы уже успешно все преодолели. Ваши таланты, воля, трудолюбие будут увенчаны сегодня медалями за особые успехи в учении. Это знаки особого отличия. Ваше первое общественное признание. В этом году Одинцовский район стал лидером по числу медалистов среди всех муниципалитетов региона. Награду удостоились 236 выпускников. 17 учащихся стали лауреатами премии президента Российской Федерации. 67 получили именные стипендии губернатора Подмосковья. Еще 100 ребят – стипендии главы Одинцовского района. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов по хореографии провели для ребят мастер-классы по русским, латиноамериканским танцам и брейк-дансу. Кульминацией выпускного вечера стало выступление известного российского певца Алексея Воробьева. Алексей вспоминает свой выпускной как самое знаменательное событие в жизни. Именно там он решил попробовать свои силы в вокале, отложив в сторону аккордеон. Я бы пожелал нынешним выпускникам, чтобы каждый из них выбирал в своей жизни путь, профессию, неважно, да. Ну, путь и профессия в данном случае, в этом возрасте, это одно и то же, да. Дело, которым они хотят заниматься, только то, что действительно доставляет удовольствие, что приносит прямо желание проснуться утром и еще это сделать. Выпускной бал в Барвихе прошел на высшем уровне. Его организаторы надеются, что в следующем году количество медалистов только приумножится. Дарья Сутягина, Юлия Евдокимова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».